ходим от дождю. Некоторые люди взяли с собой зонт, но сейчас вот с помощью этого спасаются, с помощью зонтов от жары. А на сцене играет рок аккордеон. Думаю, не нужно вам говорить, какую композицию. Наши 2.0, здесь выступают молодые начинающие музыканты, но людям очень нравится, да? Конечно. Да? Жара ничего здесь не вернет, тепло такое. Мы специально под снег встали. Очень тепло. Плюс 30. Фестиваль супер просто, я обязательно сюда вернусь.
Уезжаю лет 10 точно. Только никуда не приезжайте. Нет, уже в 10. 9. Уже в 10? 9, 9. А? Откуда? С Москвы. Россия офигенно, братан! А вот здесь все те, кто, ну, устали от жары, под теньком, так вот здорово, классно расположились. Привет! Это такое хорошее место мы выбрали. Да. Как вот такой весь день на жаре выдержать? А вы не видите? Спасается от жары, усталости, набирается сил, видимо, к открытию главной сцены. А ведь еще только начало нашествия, еще даже официального открытия фестиваля не было. А вот еще немножко. Мне понравилось. Если вы помните, в прошлом году было самое грязное нашествие. В этом году, мне кажется, оно просто самое жаркое. Плюс 30 градусов на солнце. Как правильно сказали, наверное, все плюс 35. Но многие обращают это все дело в плюс. Многие взяли с собой купальники, попросту загорают. Ждут официального открытия. Ну а все палаточные городки, а их здесь три, с названиями Москва, Ленинград, Свердловск, уже полностью заняты. Вот вы как видите, сейчас мы посмотрим. Я, если честно, пока еще не уточнила это, какой из палаточных городков, но видите, там уже практически нет свободного места. Посмотрим, как люди устроились. Ну и названия связаны не с тем, откуда приехали гости фестиваля, а с рок-клубами. То есть, если вы, допустим, из Санкт-Петербурга, вам не обязательно было покупать билет в палаточный городок Ленинград. Можно и поселиться в Свердловске, в Москве. Вот как раз только-только вновь прибывшие ребята ставят большую палатку.